сказал им Яков, отец их: «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, Шимона нет, Бениамина заберете, все это на меня». И сказал Рувен отцу своему так: «Двух детей моих умертвишь ты, если я не доставлю его к тебе. Дай его мне на руки, и я возвращу его к тебе». Но он сказал, Яков: «Не сойдет мой сын с вами, ибо брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, по которому пойдете, то сведете седину мою со скорбью в могилу». Дело в том, что контакт есть между этими желаниями и возможностями человека и его каким-то ближайшим будущим. Там остался Шимон. Так? Да. Здесь зерно и серебро, и все, что получили из Египта. То есть наполнение есть. И Бениамин при нем. То есть человек может существовать в этом состоянии до тех пор, пока в нем не обнаружатся новые голодные свойства. Голодные желания на следующей ступени. Тогда уже не останется никакого выхода, и придется спускаться. Вся проблема в том, чтобы спускаться в эгоистические желания. Человек, который обретает духовный уровень, для него спуститься вниз – это просто невероятная тяжесть. Это начинать снова получать ради себя. Когда он уже был на таком уровне, когда он отдает, любит, расширяется в других. Эгоистические эти действия, когда нисхождение с духовного – это регрессия, это ужасно. Это, представь себе человека, ну не знаю, которого низвергают с его там королевского уровня, который должен отречься от всех прекрасных действий, постижений всего и уподобиться самому низкому уровню, и при этом осознанно в него не сходить. Для чего? Без всякой перспективы на уровень животного. Это вообще, это как человеку, вышедшему из тюрьмы, говорят, ты должен вернуться. А иначе сейчас ты не можешь постичь новые желания. Они должны начинаться в тебе, развиваться с очень маленьких, с животного уровня, потом выше, 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 пока станут человеческими, такими, которые у тебя были, но еще и больше. Но начинать они должны только с такого уровня. Поэтому, когда мы падаем из духовного уровня на низшую ступень, для того, чтобы снова подняться, но пока мы падаем, мы начинаем снова с такой ступени, что нам просто стыдно за нее. Что нас держит? Что нас поддерживает? Есть подсветка? Есть ощущение, что там впереди? У того, кто падает, у человека, которого продвинулся в духовном? Потому что это падение в следующую ступень. В следующую, более высшую ступень. И он это ощущает? Да. Что это между ступенями провал, да? Падает вверх.